Всем привет, с вами Алекс и сайт RMPC.B. В этом видео хотелось бы запустить Metro Last Light Redux на супер слабом ПК. 2 ядра, 4 оперативки, 630-я карта. Итак, давайте сразу к системкам, а потом все в процессе игры обсудим. Так, Windows 7, 64, исключительно бита и выше, двухъядерный проц какой-то нужен, 2 оперативки, видеокарта уровня 8800 GT с поддержкой хотя бы DirectX 10, не обязательно 11, 8800 GT или GeForce GTS 250. Итак, на каком ПК я запускаю? Проц AMD FX6300 6-ядерный, но 4 ядра отключил, чтобы получить двухъядерный слабенький проц, 4 оперативки. И файл подкачки 10 гиг. Все ставьте десятку, то есть неважно, какой у вас слабенький ноут или там слабенький ПК, десятку или больше ставьте. И видеокарта GeForce GT 630. Слабенькая офисная видеокарта для современных игр вообще почти не катит. Ну, метро, конечно, даже Last Light не совсем современная и пойдет на 630-ке, скорее всего, неплохо. Но давайте смотреть. Вот, значит, я сейчас на этой запускаю, на этой карте уже запускал, ссылка будет на экране в конце, вот сейчас на этой запускаю. В требованиях стоит вот 8800 GT, на 512 даже памяти, поэтому такие дела, даже на более слабой еще карте запускаю. Данная табличка нужна, чтобы вы ориентировались по тому, какая у вас видеокарта и что вы можете получить в игре. Насколько она хорошо будет работать, она будет по ссылке в описании, настройка слабого ПК для игр. А я давайте все отрубаюсь, захожу в игру. Так, ну что, я в игре, по крайней мере, запустилась. Ну, метро, да, в любом случае должно запуститься на такой системе, хотя игра просто суперская. Пока у меня в меню 22 FPS показывает. Но у меня получается, я Full HD врубил, качество низкое, SAW выключил. Здесь только 4 можно поставить, то есть меньше нельзя поставить. Размытие отключил, ну все, тесселяцию само собой отрубил. То есть такие вот дела по настройкам. Давайте, значит, еще перезагружу на всякий случай игру, секунду. Так, ну что, давайте я в игре, начну отсюда. Ну, на самом деле, пока под 30 FPS, но это во всяких тоннелях, станциях. Воу, тихо. Зараза, вот это скорость. Прикольненько, в прошлый раз мне удалось его убить. Так, ладно, хорошо, давайте вылезаю на поверхность. Но пока, да, 20 FPS маловато, но это Full HD на такой слабой видеокарте. Так, надеть, сейчас, секунду. Надевай противогаз. Окей. Так, ну что? Хватит пялиться на мою задницу, кролик. Да ладно, я чуть-чуть. Так, секунду, вылезаю на поверхность. Ты же вроде неуязвим. Так, ну что? Так? Я на поверхности, значит, на поверхности Full HD, к сожалению, только, ну, 14 кадров. Да, я не спорю, в метро... будет там по... Ну, в подземке, в общем, будет под 30, 20, от 20 до 30 FPS, но на Full HD, на 630 карте, к сожалению, только на поверхности 15-16 FPS, поэтому давайте еще немножко, наверное, подсброшу разрешение, потому что смысл в таком играть, в такой динамичный шутер, здесь, ну, реально нужно 30-ка, минимум 25, ну, по большому счету, чтобы приятно проходить. Так, сейчас, секунду, давайте немножко разрешение посмотрим, что тут по разрешению. Так, так, видео. Какие здесь есть разрешения? Ну, давайте пока попробую хотя бы вот это вот. Или вот, вот это, 900p, как на приставках. Так, все. Так, ну что, я попробовал. О, попали мы в неизвестное. Нацисты нас захватили. Вот это закончилось заданица, просто выследить черного. Ну, что поделать, будем выбираться как-то. Что вообще творится? Генетического родства, да что ты еще несешь? Так, секунду, ребята, сейчас будем разбираться, что здесь да как. Да, кстати, попробовал, можно, если на улице играть, то есть на поверхности, то можно разрешение снижать вплоть до 1280 на 720. А здесь... В подземельях можно играть, ну, то есть 1280 на 720, получается разрешение, FPS примерно 50-60. Поэтому, да, на поверхности на такой системе придется снижать разрешение, чтобы получить 25-30 FPS. Ну, вплоть даже 800 на 600 есть. Поэтому, если у вас слабенький ноут или слабенький старый ПК, без проблем можете поиграть. Воу-воу-воу, тихо-тихо, что ты делаешь? Какого черта? Что такое? Так, секунду. Что ты там сказал? Обычно Рейх не вмешивается в дела Ордена.
Но тут нам одновременно попались рейнджер, красные и мутант. Да нет, нет, ты ошибаешься. Я ваш, я местный, я Говори, серьезно. Посмотри. Бери офицера. На, скотин, иди сюда. Выкоси. Давай, режь его, режь его. Нас. Получи. Офигеть. Круто. Нож оставь себе. Ты, я так понимаю, из ордена со Спарты. Да, да, да. Я с красной линии. Да. Наши начальники, может, в засосы не целуются, но нам-то, простым солдатам, что с того? Так, понятно. Будем выживать, друг, вместе. Секунду. Так, ну что, значит, как я сказал, сейчас я пока в 1280 на 702, ой, Full HD, 1120 на 1080, 30 FPS, то есть 30-ка есть, в подземельях, в катакомбах, ну, от 25 до 30, то есть играть можно без проблем. Но в то же время на поверхности придется снижать разрешение. Даже можно 1280 на 720 ставить, вполне себе норм картинка. Итак, давайте, поехали дальше. Нам нужно сейчас попытаться. Давай, давай, давай. Давай только тихо, осторожно. Двинули. Ё-моё. Так. Я, конечно, слышал, что у них тут где-то концлагерь. Но ничего себе, да что здесь вообще такое творится? Да. Что за сумасшествие? Вон там, лаз на той стороне. Да, давай, давай. Ладно, я первый, ты за мной. Только тихо, а то газ пустят. Хорошо, хорошо. Давай. Давай, я за тобой, пошел. Двинули. Ты, главное, на свет не так, поэтому можно поиграть в Metro Last Light Redux на супер слабом ПК. Но в то же время я запущу еще обычные версии Metro 2033 и Last Light, чтобы посмотреть, насколько они более быстры. Потому что Redux версии немножко улучшенная графика, все дела и больше нагрузка на систему. А нам, конечно, хотелось бы знать, даже на каких супер слабых ПК можно поиграть, в какие версии. Поэтому я еще позапускаю обычные версии Metro 2033 и Metro Last Light. А пока, конечно, вы можете без проблем даже в этот Redux играть на 2 ядра, 4 хотя бы оперативки, даже на 2 оперативки, только файл подкачки ставьте. И... Братишка, а ну-ка подсади! Да, давай, пошел. Пошел первый. И вообще просто без проблем на старенькой видеокарте, даже на встроенной, но тогда снижайте разрешение вплоть до 800 на 600. И без проблем сможете поиграть в Metro. Очень крутая суперская серия, крутой шутер, сюжет, отличные истории. То есть, ну, блин, замечательно. Но, конечно же, нужно начинать с первой части Metro 2033. Итак, ну что, значит, я буду пока заканчивать, потому что, ну, все круто работает на суперслабом ПК. Только единственное, с помощью разрешения, если у вас мало FPS, снижайте разрешение. Все, в общем-то, на этом пока все. Не забывайте смотреть на ссылки в описании, в том числе вступайте в группу ВК, там можете предлагать игры на тест, давать аккаунты и так далее и тому подобное. На этом пока все. С вами был Алекс. Представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигай вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Ах ты мразь. Я тебя пристрелю, блин. Отомри! Погнали. Давай, 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 давай. Блин, ты с калашом, мне бы тоже какой пистолетик бы. Так, ну что, в общем-то все. Дальше, если хотите, сделаю прохождение. Кстати, Resident Evil тоже сегодня залью прохождение, начал проходить. Спасибо за просмотр.